Дом вспыхнул накануне вечером. Сообщение о пожаре в МЧС поступило от очевидцев. К моменту приезда пожарных возгорание происходило на втором этаже здания. Проживающие в нем жильцы были эвакуированы. Оперативно сработали спасатели, скорая помощь, газовая служба, ГИБДД. В результате трагедии погиб один мужчина. Четверо были доставлены в центральную районную больницу. У всех диагноз отравления угарным газом. Трое находились в состоянии тяжелом, с уровнем сознания кома. На сегодняшний день два пациента вышли из комы, состояние их стабильное, удовлетворительное, планируется перевод в терапевтическое отделение. Четвертая пациентка с самого начала находилась в терапевтическом отделении, не тяжелая, и один пациент требует дальнейшей медицинской помощи. В данный момент планируется консультация с токсикологом Республики Татарстан. Сам дом находится в центре города. Он является историческим памятником. Именно здесь во время Второй мировой войны жил поэт Николай Асеев. В наши дни здесь находилось училище. Сейчас здесь живут люди. В течение всего дня продолжается работа с очевидцами трагедии. Выясняются причины пожара. На данный момент проводятся следственные оперативные действия. Работают на месте дознаватели, эксперты. Будут изыматься вещественные доказательства, назначаться экспертизы по установлению причины пожара.